Рада приветствовать вас, друзья! Это Телегита, это значит, пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. В студии Анна Троян. Последнюю весеннюю неделю нас ждут интригующие ленты и незабываемые вечера. Что и когда посмотреть, сейчас расскажу. В четверг вечером заканчиваем все свои дела и готовимся к полному контакту. Марина – деловая женщина все время на работе. Именно поэтому ей становится все сложнее с повзрослевшей дочкой. Больше всего та любит зависать на сайтах знакомств. Мать понимает, что теряет контроль над ней и решает под именем ее первой любви пообщаться. Поможет ли Аман найти путь к сердцу дочери или Марина найдет другое решение? Смотрим 30 мая в 22:00. Машенька, что случилось? Ничего не случилось, мам. Малыш, скажи, ты здорова или заболела? Хуже. А ты опять влюбилась? Хуже. Ты что, беременная? Хуже. Я не понимаю, что происходит. Скажи мне, Маша. Да интернет 20 минут глючит, а он в онлайне. Завершим рабочие будни на базе Клинтон. Джон Траволта и Сэмюэл Джексон не дадут вам соскучиться. Детективный триллер окунает нас в подготовку американских бойцов на последней военной базе Панамского канала, где солдаты тренируются в суровых условиях. Когда в указанную точку прибывает вертолет, чтобы забрать их с учений, оказывается, что часть команды бесследно исчезла. А следствие окончательно заходит в тупик. Показания сильно расходятся. Что же произошло? Увидим в пятницу в 10 вечера. Личное оружие к осмотру. Ты что делаешь? Ты что, спятил? Но вы сказали. Заговорил? Кто разрешил? Кто позволил говорить? Рейнджер никогда не сдает оружие. Если сам Джордж Вашингтон встанет из могилы и потребует сдать оружие, вы не сдадите. Ну-ка, все так точно, сержант. Так точно, сержант. В начале 20 века на Ленинских горках началось строительство огромного города кино. Это событие перевернуло весь мир российской индустрии. Как это было, увидим на ЛРТ. В порыве догнать и перегнать Голливуд молодая советская киноиндустрия сразу стала действовать с размахом. Мосфильм переживал падения и взлеты. Его лучшие картины – это советские грезы. Документальный фильм рассказывает об этапах становления, лучших фильмах и выдающихся режиссерах, создавших славу главной киноиндустрии страны. Смотрим в выходные утром в 8:00. То, что профессий много, но прекраснее всех кино, придумали, конечно же, сами киноиндустрии. Киношники. Они же настаивали, что Ленину принадлежит хрестоматийная фраза «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». На самом деле, вот как она звучит без купюр. Пока народ безграмотен, важнейшим из искусств для нас является кино и цирк. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. А еще в выходные нас ждет запутанная история. Ее попробуем распутать днем. Глава семьи внезапно исчезает в центре города, оставив в машине жену и сына. Исчезает накануне своего юбилея, пригласив на торжество немало гостей. Не обнаружив явных мотивов для побега, полиция вынуждена открыть дело по статье «Похищение человека». Теперь всем участникам происшедшего предстоит жить иначе. Что же произошло? Выясним в выходные в 13:00. Я хороший исполнитель. И люблю, чтобы моя работа была сделана безукоризненно. Если вы исполнитель, то неэффективный. Время теряете. Вы так считаете? В назначенное время мы будем на месте.
Так или иначе, вам придется идти. На этом все, мои друзья. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях. Я Анна Троян. Желаю вам классного лета. Увидимся. Пока-пока.